Калеш появился в конце 50-х годов, когда в Женеве обосновалось множество международных компаний, а значит и иностранных специалистов с семьями. Сегодня в Калеш Дюлемен учатся 1900 учеников от 8 до 18 лет. Также при школе есть билингвальный детский сад. Одна из задач школы – помочь детям из разных стран познать ценности космополитизма. А еще здесь легко раскрыть свой талант, освоить горные лыжи, верховую езду, попробовать себя на сцене, поучаствовать в благотворительном проекте. В школе работает студенческая ООН и издается собственный журнал. А старшеклассникам предлагается годичная программа Gap Year – своеобразный академический отпуск между окончанием школы и поступлением в университет, который можно посвятить спорту, искусству или другому способу знакомства с жизнью.